Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу вам мод, который добавляет хардкорд в Minecraft Project Edition. После установки данного мода, в левом верхнем углу у нас появляются две кнопки. Как видите, для смены хардкорда и информация о моде. Вот здесь написано, кто создал его, для чего этот мод нужен. Но мы давайте перейдем на хардкорд. Для этого нам нужно нажать на эту кнопку. Все, переходим в Play. Открываем нашу карту. Ну что ж, давайте попробуем умереть, так сказать. Так. Что ж, давайте прыгнем. И умрем. Все, мы умерли. Как видите, да, хардкорд работает. Тут нам показано, сколько мы продержались, наверное. Но я точно не знаю. Ну все. Теперь, когда мы будем сходить в карту, у нас будет появляться такое. Но, к сожалению, это не хардкорд. Можно поменять на выживание и вернуть нашу карту. Смотрите. Да-да. Ну, как сказать, это вот, да. Облегченная версия хардкорда. Вот. Давайте. Теперь нас убьются на зомби. Вот. Афугады. Все. Мы умерли. Вот опять хардкорд работает. Так что мы можем опять обратно вернуть. Ну а такой мод, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.